тому що, як каже Катерина Супрун, свистимо ми тут в ефірах тільки завдяки їм. От. Ну і якщо готове, маленьке віконце. Анонс пройшов, ми ударимо в глибину території Росії, відповідно, були удари і по Енгельсу, і по Рязані, і зараз два беспилотника на той же платформе Ту-141 упали. И личной инициативе они упали под Калугой и под Воронежем. Если просматривать маршрут от Шостки, это самая северо-западная часть Украины, приближенная к Москве, северо-восточная часть Украины, приближенная к Москве, и наложить ее на карту, то вот Шостка, Калуга, следующая точка Москва. То есть ракета шла, я предполагаю, точно на Москву, но суть ее падения заключается в том, что за то время, когда в 18-19 году шла серьезная работа по оцифровке городов, местности, помнишь эту вот историю, то не исключено, что оцифровали под эту шумиху и приграничные районы Российской Федерации со стороны Украины или по заказу западных каких-то специалистов и разведки. И, соответственно, создали 3D-модель этой территории, которой пользовались для наведения этой ракеты по высоте. Она может огибать какие-то препятствия, то есть изменять маршрут своего полета, но по высоте огибать препятствия она не может. И поэтому, когда сосна... А сосна растет 40 сантиметров в год и 30 сантиметров в ширину в год. Соответственно, за это время сосны подросли в этих лесах где-то больше, чем на метр, можно сказать. Поэтому и было вот таран этим самолетом этих макушек сосен, что привело, в общем-то, к падению этих самолетов. Значит, наша земля, наши леса нас тоже защищают. Сосна растет. Туда и туда. И... Ракеты, самолеты взагалі не важливо. По заказу западних спецслужб. Цифровали, ну, конечно. А рост сосни не врахували, розумієш? Просто... Вона виросла, і ракета летить, і така тш, сосну. Розумієш, коли він говорить ракета, він говорить про Ту-141 стріж. Розумієш? Він про нього говорить. Що там, куди гібать, я не сильно знаю. Можна зайти подивитися ТТХ. Ну, типу. Просто, ой, чи... я не вважаю, я розумієш, Ту-141 стріж звучить не так красиво, як ракета, яка летить і огибає.